21 октября – день Пелагеи и Трифона. Трифон с детства ощущал потребность служить Богу в качестве инока. В течение своей жизни он настолько усердно молился и работал, что однажды очень сильно заболел. Когда был при смерти, к нему явился святой Николай с ангелом и наделил его даром чудотворения. Пелагея Антиохийская ранее была танцовщицей и блудницей. За нее усердно молились, и она приняла христианство и стала монахиней. Сегодняшний день в народе еще называли днем Пелагеи Ознобницы. И все потому, что дни становились более холодными и чувствовалось скорое приближение зимы. Существовала такая поговорка: «Трифон шубу начинает чинить, а Пелагея рукавицы шить». Крестьяне с этого дня подготавливали одежду к зиме. Славяне верили, что лесом управляет особый дух по прозвищу Лес Честный. Он очень редко показывается людям, является хозяином леса, лесных угодий и старается не беспокоить человечество без видимых причин. Ему можно пожаловаться на других духов, которые угрожали человеку. Приметы. Если луна в кругах виднеется, это к знойному лету. Облака плывут низко, к сильным морозам в ближайшее время. Если облака плывут с севера на юг, солнечной погоде. Если с юга на север, будет ненастье. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.